всю вашу последующую жизнь определит то, будет ли эта сила работать на вас или против вас. Я могу научить вас одному простому упражнению. Выполняйте его 3 раза в день, и ваша жизнь кардинально изменится. Вам станут доступны знания, о которых вы даже мечтать не могли. Современная наука признает, что существует особый вид силы. Что пустое пространство наделено определенной силой. Характер вашей жизни определит то, будет ли эта сила работать на вас или против вас. Либо вы будете благословенны, либо несчастны и недовольны до конца своей жизни. Все зависит от того, как вы будете пользоваться этой силой. Некоторые люди без какой-либо причины страдают всю жизнь. А другие также безо всякой причины живут счастливо. Но на самом деле у этого есть причина. И это ваша способность, сознательная или бессознательная, сотрудничать со Вселенной. Эта сила — самый главный элемент. И благодаря этому элементу существуют остальные силы. Мы все знаем, что планета круглая, что она вращается. Наша Земля вращается, и даже Солнечная система вращается. И все держится на своем месте только благодаря Вселенной. Вы сидите сейчас не потому, что вы сами так пожелали, а потому что Вселенная вас удерживает. Только благодаря ей вы сейчас сидите. Сила Вселенной удерживает Землю и Солнечную систему. И также удерживает всю галактику. Только благодаря этой силе космос такой, какой он есть. Слоны и черепахи ей не помогают. Только эта сила нас всех удерживает. Но если знать, как сделать так, чтобы Вселенная сотрудничала с вами, ваша жизнь станет благословенной. Я научу вас простому упражнению, и очень жаль, что многие его недооценивают. Это необходимо делать после восхода солнца, до того, как солнце пересечет угол в 30 градусов. Это в течение 2 часов после восхода. В общем, в течение этих 2 часов посмотрите ввысь и выразите благодарность Вселенной. После того, как солнце пересечет угол в 30 градусов, днем, в любое время, снова посмотрите вверх и поблагодарите Вселенную. После того, как солнце сядет, еще раз посмотрите вверх с благодарностью. Не какому-то Богу, а просто Вселенной за то, что помогала вам сегодня. Делайте это в течение всей жизни, и она кардинально изменится. Делайте это сознательно 3 раза в день, и сила Вселенной будет с вами сотрудничать. И знания, которых вы даже мечтать не могли, станут ваши. Эта сила находится за пределами нашего понимания, но это не мешает ей работать. Это та сила, которая удерживает космос и является началом всего создания. Благодаря этой силе создалось все в этом мире, и она доступна каждому из вас. Эта сила всегда была вам доступна, просто вы никогда не смотрели в ее сторону. Просто вы так поглощены тем, что для вас осязаемо, вещами, телом, мыслями, эмоциями. Вы настолько этим увлеклись, что даже не думали посмотреть вверх.
Вы никогда не обращали внимания на что-то, кроме самих себя. Потому что жизненная рутина увлекла все ваше внимание. Это то, что я называю иллюзией. Это иллюзия. Иллюзия — это не искаженное восприятие реальности. Иллюзия — это когда происходит что-то столь феноменальное, фантастическое и грандиозное, но рутина и материальный мир отвлекают нас, и мы думаем, что в этом и заключается жизнь, что только в этом наша реальность. Так много фантастических вещей происходит сейчас в космосе. Каждая из них — настоящее чудо. Но одна маленькая мысль ползает в вашей голове, и вы концентрируетесь только на ней. Да или нет? Вот это — настоящая иллюзия.